чтобы Дима... Ну, Дима красная рука, как у этого красная нога. Нет, чтобы определять, что когда... Как кому он абсолютно выносит. А, точно. Надо было тебе, Дашка, на ноги идти. На первый ковер приглашается Литовченко. Надо по совести или по подсадке. Вот у меня вопрос. Где такой вопрос по поводу Серкова? Ну. Что? Нет, у меня вопрос по поводу вот Митрокова садится. Он ждет реакции. Это не считается пассивной борьбой? Да, Дима решил. Нет. Дима судья. Ну, как бы, ну, как понятно, что IBJJF и IE там без разницы. Ага. А вот по совмещению он где-то как бы такая. Есть, не хочу вспотеть. Ну, с другой стороны, просто аккуратно и медленно ищут возможность совмещения с IBJJF, иначе не перестает работать. Вот я думала, что я тоже ищу. Скорее. Нет, когда ты лежишь снизу в маунте, ты не ищешь. Не, маунт не счет. Ну, про маунт все понятно было. Короче, когда я не проигрываю топ-позиции и как бы типа медленно работаю, то норм. Ну да. Вот. Ну, ты должна двигаться, просто двигаться. Работай, пассив можешь получить. Приглашается Брылёв, повязка и единственный мясо.
и победил Антон Петраков. Я куплю, по-моему.